Итак, ребят, всем привет, и мы продолжаем читать мод «Зеленый свет». Я желаю всем приятного просмотра. Поехали. После довольно долгой мучительной прогулки Антон неожиданно посмеялся. Ты чего? Да так, помнишь, как мы в первый день здесь лазили? Помнишь, какая там интересная картина, то, что тебе открылась? Я улыбнулся. Это точно. Мы тогда заглянули на новый подкрылый пункт, и перед нами стало неприятно, обтягивающим халате, видимо, медсестра этого лагеря. А сейчас там стоит, это, походу, мы все только прошли ко входу этого небольшого здания. Так, народ, мы все мы так все туда не поместимся. Так что не надо толпиться, хорошо? Так тоже, капитан. Смотри-ка, посмотри какие. Молоко. Мы подписали в дверь на место. Не знаю, где логика, но надо же смотреть везде, так и дверь открыть. Мы с Антоном застрели на месте, чтобы помочь и дать себе какую-то борьбу. Да, как вы поняли, нас встретила именно та самая сестра. Медсестра. Ну а кто же еще здесь может быть? Она своим невозмутимым взглядом привела по нашей команде на именно том голосе поприветствовала. Доброе утро. Мы все своего возраста в данный момент были, так скажем, в смятении. А если есть что-то неясное на простое доброе утро, у нас вышло далеко не сразу. Здравствуйте, у нас тут заранее задание. Вы, видимо, помогаете в поисках рецепта. Ну что же, заходите. Мне кажется, я могу вам помочь в этом. Она продолжала говорить монотонно, даже потусторонне, словно пребывала в постоянном трансе. Заходим не все. Не надо мне ваших микробов здесь. Да, конечно. Антон развернулся к ребятам, которые потопились в проходе местных пункта. Народ, вы все слышали? Подождите за нас на улице. Но... Мальчики явно не хотели покидать это помещение. Антон закрыл дверь прямо перед ними и вернулся к нам. Ну что же, давайте для начала познакомимся. Я Виола Церновна. Главный и единственный врач, где на весь этот пионер-лагерь. Думаю, вы понимаете мой статус здесь. Медсестра говорила так, будто была невероятно горда этой должностью. Со мной шутки шутить не стоит, этого я не люблю. Иначе это может плохо закончиться для вас самих. И еще кое-что. Вам не стоит так разглядывать меня. Да, я вижу ваш взгляд, молодой человек. Я не слепая. Она прекрасно смотрела на Антона. Мой знакомый опустил взгляд в пол и залился краской. Вы не имеете никакой иначе роли вещам, меня беспокоить тоже не стоит. Когда вы заходите в это помещение, главное становлюсь здесь я. Из этого вытекает, что в данном помещении все будет по моим правилам и порядкам. Ясно? Это не касается темы нашего разговора сейчас, но говорю вам на будущее. На данный момент достаточно. Что же насчет вас, мои молодые люди? А как ваши имена для начала? Мое имя Антоном. Антон. А это мой товарищ, Семен. Он рукой показал на меня. Здравствуйте. Сам Антон, видимо, стеснялся или уже боялся что-либо делать при этой врачихе. Да, впечатление она нам оставила очень сильное. И мы второго первого отряда, соответственно. Приятно познакомиться, Антон и Семен. Мы одновременно кивнули. Если я правильно понимаю, вам нужна помощь в поиске рецепта. Виола начала грациозно ходить по кругу, вдумчиво всматриваясь в потолок, на нас внимания абсолютно не обращая. Что же, вы выполните для меня одно поручение, тогда я вам скажу, куда вам стоит сходить поискать его. И что же нужно сделать? Правильный вопрос, Антон. Принесите мне из леса несколько ветвей в костяники. Я надеюсь, вы знаете, как она выглядит? Нет. Простите, не могли бы вы напомнить? Видно, как преподает ваша школа в природоведении. Костяника – лесное растение. Имеет от 1 до 6 плодов в виде мелких ягод красного цвета с косточкой внутри. На вкус кислый из-за преобладающего витамина С, по консистенции сочные. Понятно. Сколько мне нужно принести? Немного. Холодно принесла Виолу и усердно изучать свой журнал. Хорошо, мы пошли тогда? Да, до свидания. Мы как можно скорее вышли из медпункта. Оказавшись на улице, мы вместе облегченно выдохнули. Капец, она странная. Да, это просто не то слово. Похуже, мне кажется, чем жаба. Мы их в один раздел в бестиарии этого лагеря надо поместить. Так как это что-то с чем-то, что вам не надо даже не описать. Ребят, вы чего? Спросила девочка, из-за которой из на нас смотрели несколько десятков страждущих глаз. Ну чего там, показывайте. Мы решили для Эльбарсфера, говоря о Виоле, хотя даже после такого короткого диалога, если это можно было так назвать, обсудить здесь хотелось многое. На нас ждала игра и куча ребят. Она сказала найти в лесу несколько немного костяники.
Ой, фу, не люблю костяньку. Она кислая такая. А мне нравится. У меня бабушка делает вкусное варенье из нее. Ребята получили повышение, отправили в сторону леса, разговаривая обо всем подряд. Мы шли вдвоем с Антоном. Возникло неловкое молчание. Это вот тот самый момент, когда ты вроде и хочешь что-то сказать, но при этом ничего не можешь придумать. Именно так и выглядел Антон. Забавно наблюдать за тем, как он пытается придумать тему для разговора. Ну, баранка игнул, что такое? А? Антон был несколько удивлен по моему столь резкому ответу. Ну ты стоишь и мнешься чего-то уже несколько минут. Да я так. А, у вас Алиса и... Ну, вы там... Чего? Я засмеялся. Того, как он начал этот разговор, я, мягко говоря, выпал. Но это же очевидно, что она тебе нравится. Твою же, Антон, господи. Я продолжал смеяться. Наконец я успокоился, посмотрев на этого Казанова. Во-первых, мы здесь только 3 сутки. Неужели ты летом думал, что я тут только и делаю, что бегаю за девками? Да думаю, кого бы порвать ночью под луной озера гулять. Нет, конечно, что это тоже детский сад. Я просто отдыхаю, Антошка, мне это уже как-то интересно. Я свое уже отгулял. Конечно, я несколько театральных скорчил, я правду, поскольку такой смены у меня больше никого и не было в этом плане. Ты посмотри, дружок, у нас последнее лето проходит. Где у меня удивительный акцент на слове «дружок» у тебя. Ладно, да, у меня. Но так я тебе и говорю, свою точку зрения. Я забить хочу я на все, понимаешь? Ты идешь, гуляешь себе, жизнью наслаждаешься. Разве не найтись в этой жизни? Все тебе об одном, да об одном. Не, конечно, это тоже вещь веселая, более чем. Но, знаешь, как это сидит от времени и нервов. Ну его к черту. Я лучше бы его буду веселиться и не забрасывать себе в голову всякой ерундой. Это, кстати, тоже вот этот институт к тому моменту, когда люди говорят не то, что думают на самом деле. В большинстве своем это делается для того, чтобы... А для чего? Ольга Дмитриевна у нас спец психологии. Думаю, она сказала бы что-то вроде... Чтобы показать тебя с лучшей стороны. Это первый пункт. Второй. Заставишь обидеть собеседника видеть в тебе гораздо больше и более опытного человека, нежели ты есть на самом деле. Там, на самом деле, много трактовок, да и везде говорят разные вещи. Но вот с этим лично я полностью согласна. Вот, спасибо большое. Не за что. Не, мне тебя не понять, видимо. Ты странный какой-то. То есть, короче, в том смысле, что ты веселый парень, тобой нравится общаться с девушкой, но ты не используешь это никак. Вон, иди бы ты приболтай Славе, скоро не ходить куда-нибудь, по лесу погулять ночью. Как ты и сказал, под луной озера прогуляться. Ты же харизматичный, черт. Вроде как с каким-никаким чувством юмора. Да не хочу я. Что ты пристал в самом деле? Да это таки разобраться хочу, понимаешь? Какого лешего ты делаешь? Разве не это прожигание времени? Нет, конечно. А я вот считаю, что наоборот. Считай как хочешь, я тебе и запрещаю. Но не надо, может, меня учить. Похоже, я начал злиться. Чтобы вы понимали, когда я реально злюсь, я становлюсь неуправляемым и абсолютно не отдаю отчет своим действиям. Я ничего не могу с собой поделать. Несколько лет я гашу в себе эту неприятную черту характера, что меня буду честен, уже выручало. Однако сейчас тот момент, когда я снова начинаю выходить из себя. Никто никого не учит. А просто хочу понять твою точку зрения. А мне не разве. Есть что-то непонятное. Для меня важен такой ресурс, как время. Я его и не тратил на то, чтобы не принесёшь, скорее всего, нервотрепку с скраплением некоторых коротких моментов, которых, когда я буду счастлив, как никогда раньше. Последнее произнес, показывая малые кавычки пальцами и подчеркиваю иронию. А то он замолчал. Видимо, как раз ему было уже нечего. К тому моменту мы уже вышли к лесу, где ребята стали искать среди кустов заветную ягоду. Думала, если я им помогу, ничего плохого из этого не выйдет. Наверное, на это и расчет. Так я принялся искать среди прочих ягод костянику. Главное не ошибиться. Как же она выглядит? Ой-ой, вы что, издеваетесь, что ли? Ну ладно, я запомнил. Похоже на правду. Ребята разбежали кто куда, а на мне стояла задача следить за ними. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь потерялся. Не в мою смену. Ребята, все сюда. Если кто-то пробирался, вся в иголках и листве ребятня. Как у вас успехи?
Они стали показывать добытые кустики красной ягоды. Отлично, думаю, это, ей этого хватит. Дед Боря, никого не оставили в лесу. Ангелина, ты у меня до старшего здесь. Девочка привела головой по собравшимся пионерам. Ты на месте. Замечательно, тогда все вместе шагом марш. И вот они снова здесь. Принесли, что я просила? Мы с Антоном вручили ей добытую костянику. Отлично. Только вот это шиповник. А это вообще черника. И каким шоколадом ума надо обладать, чтобы спутать красную ягоду с синей? Извините, случайно вышло. Случайно вышло у них. Надирая нос, начинала врать. Не знаете ничего, а умных из себя строите. Так, подожди. Не понял, вообще не понял. Мы же правильно ягоду выбрали. Не знаете ничего, а умных из себя строите. Это все, конечно, замечательно, прибил его, чтобы искусство ее аннотации, как можно быстрее выйти из этого помещения. Вы хотели нам сказать, куда нам идти после того, как мы принесем вам ягоду, так? Верно, пионер. Вам следует сходить к Славе, она вам подскажет. Она сейчас на пляже. Спасибо большое. Антон достал лист бумаги, которые ему дала Ольга Дмитриевна, видимо, чтобы посмотреть, обведен ли пляж. Виола выхватила из рук Антона эту карту с кружками, поставила под фиолетовым кругом и вернула его нам. И он гошел от такой наглости, я взял за рукав моего знакомого и быстро вытащил его из медпункта. Ну как, поняла? Ангелина встретила нас сразу после того, как мы вышли из медпункта. В глазах стоящих за ней пионеров читался тот же вопрос. Приняла. Куда сказала идти? Я на пляж. Ребята радостно бежали в сторону пляжа. На бриганке кто первый, тот засевает всем кровати. Эй, ну это нечестно, когда был некий мальчик, который наступающий выносливается своим сверстником. Мы же втроем. Я, Ангелина и Антон, шли не торопясь. А вы, ребята, друзья, да? Мы оба замялись и переглянулись. Ну, да. Что-то не уверенно. А как тебе сказать? Мы познакомились очень давно в одном лагере. Ну здесь, если что, на юге. Кроме в воде. Кры вроде. Точно, точно. Мы общались там. Я застопорился на этом моменте. В любом случае, не буду ли я ей рассказывать про те события. Лучше просто сгладить тот момент, чтобы не вдаваться в подробности. А чего ты спрашиваешь? Вы вместе так общаетесь, а вроде и в разных отрядах. Но у меня правда давние друзья. А, ну вот, давние, да. Мне почему-то это все не хотелось использовать слово «друг» по отношению к Антону. Нет, конечно, он не товарищ, всякое было, и оно было давно. Ай, ты тут ты зачем себя обманываешь? Да, в последнее время у меня появилось неприятно. Если первый день это была действительно встреча давних знакомых, что давно не видели. И как я сказала Ангелина, то сейчас меня он начинал раздражать. Поймите меня правильно, я не такой человек, что разводит какие-то неприятные конфликты и ничего. Я же говорю, что так понимаю, что это я начал сейчас на глубина за то, за это. Ты не подумаешь, что это даст какие-то результаты, я смогу чего-то добиться этим. Нет. Поэтому, как я сказал, гладил этот момент, он ничего и не было. И оказывается, пока я его внутренний монолог, ребята шли молча. Странно, а меня лично следить по лавовому качеству. Время мы уже дошли до пляжа. Славе ребята нашли сразу и собрались около нее. Увидев меня, Слава помахала рукой. Наш троица ускорив шаг, направилась к ней. Привет еще раз, Славе. Привет, Семен. Вижу, ты задачу выполняешь успешно. Да, я тебе, наверное, тоже здорово стоится на солнце пеки. А вот и подколол ее я. Ой, да иди ты. Так, ребят, полагаю, у вас есть ко мне дело. Да. Ангелина, рассказывай. Славя, в общем, нам сказала Белла Астрономна, что ты можешь помочь с поиском потерянного рецепта. Помочь. Как бы мне вам помочь? Знаете, у меня есть здесь один знакомый, который сидит за всем, что происходит в лагере. Он нам точно знает, где можно поискать этот рецепт. Отлично, где нам его найти? Дайте подумать. Я недавно давно мне давал специальную бумажку-подсказку, только где она? Помнила. Я ее на скот положила. Здорово, тогда пойдем найдем этого знакомого. Не все так просто.
Ах, ну да, мы же должны выполнить все твои задания. Просто так я вам дать ничего не могу. Его не могу. Вот ответите мне опять в территориальных стран, тогда я вас пройду. Вот мне вот нам делать нечего, а без этого никак. Наскучу головы. Ладно. Ребят, кто нас лучше всего всех по географии? Петя неплохо. Петя, иди поближе. Толя, ты тоже вроде что-то знаем, говорит. Ну давайте все идите поближе. Когда ребят собрались, то я начинаю ладно, давайте им вопрос. Всего, блин. Что? Увы, нет. Попробуйте еще раз. Открыть подсказка. Давай вот вам. Вот мне не окинется, но. Я просто не знаю, как надо это. Как водить, понимаете? Если что, я могу просто загуглить как бы это все. У меня ничего не работает. Просто вот нажимаю и все, ничего не происходит. Помните, угрозы географии, это неправильный ответ. Попробуйте еще раз. Ну, Лондон, окей, хорошо. Но я не могу вводить никуда, то есть я просто нажимаю Enter, ничего не происходит, то есть. Вообще ничего, я не знаю, куда вводить. Вот, подожди, Лондон. Короче, ребят, столица Великобритании — Лондон, если что, я только сейчас понял, как это вводить. Поэтому, блин, ну, окей, хорошо, столица Швеции. Стокгольм. Так, ребят, Стокгольм. Верно. Идем дальше. Столица Испания. Мадрид. Верно. Идем дальше. Египет. Каир. Верно. Идем дальше. Португалия. Лиссабон. На этом мы закончим. А вы хорошо справились, молодцы. А теперь пойдете за мной, найдем этот рецепт. Рая повела нашу команду в сторону площади, а потом провела уже по кроковому мне складу. Мы вошли. Рая не была настолько же строгой, как Виола, так что она впустила всех нас. Становилось тесно. Вот ведь незадача. Что такое, Слави? Ну ты листочек шкафчика, но шкафчик закрыт на ключ. А ключа у тебя нет. Потерялся. Что могу сказать? Вам надо найти его. Ключ? Капец, это как игру в стоге сена искать. Скорее всего, я оставил его в столовой. Посмотрите там. Я уже забывал о ключе в столовой. Ничего меня жизнь не учит. Надо торопиться. Потом уже догадавшись, что такое карта лагеря служит некое подтверждение прогресса, передал ее Славе. Девушка пытается свою подпись в желтой кружке, внутри которого был пляж. Ребята выходили со склада. А ты хорошо справляешься, кстати. Когда я уже собирался выйти со склада, Славя остановила меня неожиданной похвалой. Я так со стороны поглядывал за вашей командой. Тебе бы вожатым быть. Мне? Шутишь, что ли? Нет, на полном серьезе. Нет, ты чего, я детьми как на Найтпанску, то ведь никак. Ерунда, тебя вон все слушаются. И это далеко не маленькие дети. Так что подумай на досуге. Она побегнула и выпрыгнула меня со склада. Не успел я пройти 200 шагов от склада, как ко мне подошел Антон. О чем мы говорили? Все-таки решил позвать ее на свидание? Увы, нет, она лишь предложила мне стать вожатым. Вожатый Семен Семенович. Вожатый капитан нашей группы рассмеялся, но быстро успокоился. А у Славии, оказывается, тоже есть чувство юмора. Ну ладно, пойдем ключ искать. А куда же еще? Народ, идем в столовую. Мы отправились в столовую, которая была, как ни странно, открыта. Ребята всю дорогу жаловались на то на жару, то на вожатых, что отправили их бегать по лагерю на солнце пеке, то на вселенскую несправедливость, ведь в такой погоде грех не остаться на пляже.
А тут приходится бродить по самому лагерю и вариться в собственном соку. Даже в столовой жарко. Просто ужас какой-то. Давайте сядем куда-нибудь. Сядьте, посидите здесь. Ангелина, посидите за ними, чтобы не натворили делов. Так точно. Девочка смешно отсоветовала, изогнув стеки чуть ли не под самым, чуть ли не под прямым углом, и убежала успокаивать народ. А мы уже, в свою очередь, направились к поварихе, которая до сих пор на меня косо смотрит из-за того, что я два подноса унесу. То выхожу котлету из чужой тарелки. Она стояла его на выдаче и протирала красные подносы. Здравствуйте. Здравствуй. Обед скоро. Зачем пришли? Не отрываясь от своего дела, спросила повариха. А, так это ты. Полноватая дама довольно качественно классит своего родителя и сразу же узнала меня. И что же ты от меня хочешь? Или чего опять выдумать решил? То есть? Ой, вроде может чего-нибудь. Павичек взорвёт бомбой из активированного угля. И такое можно? Я просто это только стерил и отпичек по бомбочке делал. Но надо было её попробовать. Я тебе попробую. Повариха пригрозила пальцем. Ладно, это не важно. Вы ведь ищете ключ? Именно. Что она действительно добыла его у меня, когда помогала с готовкой. Но, увы, ключ кто-то подобрал. Правила игры вы знаете. Принеси мне ящик моркови. Я только доставили к воротам из деревни. И тогда я скажу, куда идти дальше. Так, ладно. Где это такое задание? Протащить эти продукты? Да. А вы что думали? В кашку попали? Задание и задание выполнять. А кто такое интересное задание для детской игры придумал? А тебе какая разница? Сказали, так неси давай. Бестиарий неприличных личностей этого лагеря пополнился еще на одно создание. Я просто выбежал того желания как можно скорее принести этот несчастный ящик. А ну что, я куда собрался? А что не так? Ты ничего не забыл? Ты этой команде лишь помогаешь, а не сам всего одного делаешь. Понятно. Антон, пошли со мной. Не дождавшись ответа поварихи, мы выскочили из столовой и направились к автобусной стоянке. Блядь, как же это... Что ж ты грубовато с ней? Да пошла она! Такая же жаба, как и Клавдия. В этот же момент я почувствовал, как чей-то локоть сверкнулся мне в бок слева. Тише ты! Ангелина украла подбородка на скамейку совсем недалеко от нас. На ней сидел Клавдия Федоровна. Мы поздоровались, и кажется, она ничего не слышала. Пройдя чуть подальше, я успокоился, а Антон косо посмотрел на подкравшуюся к нам девочку. Ангелина, а ты чего детей бросила? А? Да поварих сказал, что присмотрит за ними, а меня попросил догнать вас и следить, чтобы вы даже не думали с морковью что чудить. Мы не собирались. Но мне от того только лучше. Слушай, я вот не согласен с тобой насчет поварихи. Она добрейший человек. Да ты что? Да. Ты просто ведешь себя при ней как свинья. Вот у меня такое мнение о тебе и сформировалось. Меня бесило то, что она назвала меня свиньей. Держать себя в обе в руках было уже сложно. Ты охренел? А как я тебя приведу? Вот куда добавлю это слушать от твоих уст. Не ты ли смешивают чай с ребятами, пока никто не видел? Не ты ли сам разводил поварих? Нет? Не ты? Знаешь что, друг мой любезный, это называется лицемерие. Это называется взросление. Тогда я мелким идиотом был. Сейчас я вовсе не такой уже. А теперь хотя бы башка варит нормально. Мы можем веселиться, только не причинять вред другим. И это говорит мне тот человек. Да. Теперь это говорит тот самый человек, только этот человек с тех пор несколько изменился, и ты больше такой хрени не страдает. Хватит. А ну прекратили оба. У меня уже чужие вершины вянут от ваших постоянных ругательств. Вы как старые супруги, готовы рвать друг друга за какого-то пустяка. А что забываетесь? Хватит. Место веселья можно найти в другом любом возрасте. Никто это не говорил. Не перебивай, я не закончила. Эта девочка была на 2 головы меньше нас. Вроде даже она была несколько ниже Ульянки. Но сам факт того, что она сейчас такая трудовая бомбардия нас, меня удивляет. Зачем мне вам ругаться? Я догадываюсь, что это каким-то способом связано с вашим прошлым. Но, блин, вы друзья. Друзья, как я понимаю, прошло действительно много времени. Неужели вам два даже что после стольких лет только и остается, что тратить время на пустой болтовню и ругачки? Зачем? Объясните мне, еще совсем маленькому ребенку, в чем смысл конфликтов? Я понимаю, когда есть несправедливость, или хотя бы это не произошло 20 лет назад. Или хотя бы это не произошло 20 лет назад. Вы просто живете друг другу в год, при этом даже не сознавая, что вы делаете. Словно, знаете, как Дроздов говорил, по животным инстинктам. Это ведь глупо.
Так может, пора закончить этот бред, что началось сегодня с самого утра? Как вы считаете? Мы с Антоном переглянулись. У нас в глазах читали похожие эмоции. Может быть, держали себя неприязненно к друг другу. Неожиданно, на последней долгой паузе, Антон изменился в лице. Знаешь, я, наверное, ты даже права. Действительно, Семен, зачем? Он мне подмигнул и потянул к себе. Говорим после всего этого детского сада. Антон говорил шепотом, так, чтобы Ангелина не смогла его услышать. Хорошо. Дря это все, что за день я задавался с самого утра, и стал ноги в стол. Понимаю. Вот видите, мальчики, нет в этом ничего сложного. Мы с Антоном снова приклянулись, не обращая внимания на то, что говорила Ангелина. В это время мы стояли на той самой помой площадке, куда нас привез автобус в первый день. Я и Антон согласились оставить разговоры на потом, а пока просто играй по правилам. Прямо на остановке стоял тот самый ящик с морковью. Забираем и уходим как можно скорее, а то что-то солнце печет. Согласен. Мы вместе все взяли этот ящик и отправились обратно в столовую. Ящик оказался довольно тяжелым, но мы с горем пополам дотащили его в столовую. Вот этот дорогий я и Антон не раз шептом перебрасывались колкими замечаниями, а Ангелина, не слушая их, весело прогоняла нас и кричала что-то вроде «труд ближает людей» или как-то так. За столь веселым занятием мы не услышали звук горна, заставшим решивших пионеров занять свои места за обеденными столами. Все они сидели по группам Теренкура. Наша команда была совсем рядом со входом. Ангелина отправилась к ним, а мы с Антоном отправили морковь на кухню. Моя повариха встречала нас не особо довольным выражением лица. Мальчик, а ничего так, что ты им просто помогаешь. Они выполняют всю работу. Так я ей всего лишь помог. Нес ведь он. Я указал на Антона. Повариха вдохнула и немного смягчилась. Понятно все с вами. Крыс взял Мику. Хотела сама вернуть его славе. Но, видимо, забегла девочка. Спасибо. Поешьте и идите в клуб. И ты, еще раз самодеятельничать начнешь, что его не пущу. А да хорошо. Мы вернулись к нашей группе и сели на место, работала освобожденная для нас Ангелиной. На обед давали рыбный суп. Не могу похвастаться ни любовью к великой рыбе, ни ненависти к ней. А вот Антон облетал глубилюдо с явным удовольствием. Я тоже принялся за еду. Оказалось, суп был довольно... действительно очень вкусным. Не прошло 5 минут нашего прихода, как вся команда уже закончила трепетничать и отправилась к Нику. Оно что, бесконечное? Я уже начинаю терять ход этих заданий. Ты не говори. Мы приходили к музыкальному клубу. У нас 3 места не должно хватить, ну или здесь постойте на веранде. Так и лучше, у нас солнце пеки сидит. Я постучал. Да-да, входите, пожалуйста. Меня ответил знакомый голос. Всем привет. О, Семен, я тебе привет. Привет, Мику. Мы по делу. Ах, по делу говоришь? А как же просто ты заглянул к подруге? Я улыбнулся. Ну, мы с тобой потом это обсудим. Видишь, какая орда тут за мной стоит. Ангелина косо на меня посмотрела. Да это мы так шутим. В общем, нам нужен славный лавин ключ. Да, он у меня. Но откуда мне знать, что вы его славе вернете? А вдруг вы должны мошенники, которые хотят ввергнуть весь лагерь во тьму? Докажите свои добрые намерения красивой музыкой, и тогда я отдам вам ключ. Да вы издеваетесь, что ли? Кто-нибудь играет на музыкальных инструментах? Некоторые ребята подняли руки. Вот ты, юный друг, на чем играешь? Я на гитаре учусь. Потрясающе, бери пример, Семен. Вы знакомы с нотами, как я понимаю. В этих ребят появилась неуверенность. Задание несложное, просто повторите мелодию, что я вам написала. Как только будете готовы ее сыграть, подойдите к роялю и держайте. Вот вам подсказка по нотам на всякий случай. Зачем? Я не понимаю. Ой, бля. Мику выдавал ребята небольшой листочек. Вот и все задание. Удачи. Ребята начали разбираться в нотах, а мы с ним Мику немного отошли. А, ну слава богу. Ну, Семен, как у тебя дела? Присматриваешь за детишками? Как видишь. Но мне не так уж и сложно, как казалось изначально. Да, знаешь, я уж натерпелся и криков, и капризов, и обзывательств. А тут ребята нормальные, добрые. Вон, Ангелина вообще на вес золота. А ты своя девчонка, за главную за у них. Придешь, может, сегодня? Все-таки ты хотел на гитаре позаниматься. А хотите делать? Да, вещи довольно разные.
Дело говоришь. А лицо я недавно подойти. Там, гляди, и гулять пойдем. Мы вспомним наш разговор с Сережей и Алисой. Скорее, Алиса пойдет с нами на Волошку и в администрацию. Посмотрим, может, составлю вам компанию. Если вот от этих результат получится. Мику хихикнула. Мы вроде где все. Отлично, кто будет исполнять? Я. Антон, а ты пианист? В каком-то роде, знаешь? Тогда прошу, маэстро. Ах ты ж. Соль. Ладно, хоть тут что-то нарисованное. Соль. Ля. Ре. Два ра-ра. Тут, да? До, ре, ми. Так, до, ре, ми. Да, ми, до. Так. Секунду. Да. Ми. До. Ми. Ре. Что? Я не понял, подожди. Ре, я забыл. Что? Что от меня надо? Мы больше пробивки, тем медленнее играем. А, да вы издеваетесь, что ли? Хорошо, соль, ля. Ре-ре. До. Ре. Ми, да. Ми. Где до? Ага. До. Так это же надо, блин. Ми. Ре. Во. Теперь вы можете играть на фортепиано вместе с Мику в любое время главного меню мода. Да идите, не хочу я. Молодец, если ты сыграл. Может, сыграешь еще что-нибудь? Нет, спасибо, не надо. Не стоит. Очень жаль. Но ничего не поделаешь. Крыть заслужили. Держите. Во-первых, вам, вы должны быть на финишной прямой. Надеюсь, это так. Мику передавай ключ Антону, прочитал подпись в синем кружке, поясывающем на карте музыкальный клуб. Ой. А не про этот ли ключ ты говорила? Да, про этот, невероятно. Где вы его нашли? Далеко оказался. Прям долгая история. Надо улыбнуть. Ну и ладно, вы молодцы, что нашли. Спасибо огромное. Я бы тебе вернул ключ, шкафчик открылся. Оттуда она достала тот самый листочек, про который столько успела наговорить. Вот, держите. Вот он вам обязательно поможет. Спасибо тебе, Славя. Да не за что. Мы все вышли со склада. Ну что там, покажи. Дай Семену лучше, пусть он и прочитает. Ну ладно, ладно. Помышлялись ребята. Ангелина передала листочек мне. Итак, если бы ответ на как... Если тебе ответ какой оказался нужным, следуй путник в чашу лета за забором, где Олеся точно вам откроется взоры, высаженная лично мной. Сделай рада потеча по дереву одинокому пустому, чтобы громко отзываться по лесу кругом. Приду и я на этот зов, ваш верный отныне добрый дух. Подсчитывая текст этого непростого текста. Аллея сотен вам откроется взором. Аллея... Где у нас может быть аллея? Ангелина рано задумалась. Но когда ягоды собирали, мы вышли на тропинку, она отходила от другого выхода в лагерь. Так, по краям тропинки были высажены как раз сосны. Может, нам надо идти туда? Давай попробуем. Нам всё равно надо найти какое-то
какое-то древо одинокое. Думаю, мы его заметим. Тогда вперед. Мы пошли по такому маршруту. Ангрина, а таким вы хочешь стать вот хочешь? Я решил понять один насущный всем нам вопрос. Стать? Она делает нам задумчивое лицо. Я бы очень хотел стать ветеринаром. Ветеринаром? Очень интересно. Да, я очень люблю животных. Я сама не в деревне, но я думаю про меня. Ты какая-нибудь простушка-деревушка. Нет, я учусь в городской школе, но я просто тоже живу в деревне. Я не думал ничего подобного. Да? Ну хорошо. Просто да, некоторые любят меня и колхозницей называть, и как-нибудь по-иному. Но это даже не важно. У нас свои животные, петухи с курами, собаки с котами, даже ежики есть, живут с тёпкой. А, и крыса еще, Колька. Недавно вот коровку забили, два молока. Ничего себе, давай у вас там зоопарк целый. Я за ними всеми люблю ухаживать, чтобы чистенькие и опрятные были. А если болячка какая, переживаю очень сильно. Лучше вот оказывать первую помощь при распространенных всяких травмах. Типа, те же клещи, будь они неладны. Клещи. Так что, как-то вот так. Пойду в медицинский. Престижно. А то. Ну а вы? Летчиком гражданской авиации. Без особого желания выгубляться, подробности ответил Антон. Хотя в те дни нашей встречи он явно хотел поделиться своим рвением. Странно у него какое-то поведение. Понятно. А ты, Семен? Да и как-то неясно. То туда, то сюда, вообще не представляю. Знаешь, у меня тетя до 30 лет абсолютно не знала, какую профессию ей выбрать. Она, конечно, шла в университет и заработала в столовой на заводе. Вроде даже на хлебобулочной фабрике. Но хотела она явно чего-то другого, своего. И знаешь что? Она бросила все. Приходит из своего маленького городка в Ленинград и познакомилась с барабанщиком какой-то группы. И сейчас вступаю в потомочный рок-клубе. Живет далеко не так хорошо, как жила у себя, но вроде как счастливо. В окружении жизни панков, рокеров. Недавно выступал на сцене с самим Гребенщиковым. Вау, да ладно. Ага, тоже в восторге была. И я, знаешь, начал задумываться о том, что, может, не надо идти на бухгалтеров, строителей, учителей до рабочих, а наоборот, за мечтой идти. Мечтой, но все риски должны быть оправданы и в итоге окупаться. Резко выбросил Антон. Ты о чем? Хорошо иметь мечту, которая может принести тебе деньги. К примеру, вот я, да? Летчики. Одна из самых высокооплачиваемых профессий мира. Повторюсь, мира. А вот если бы я остался футболистом, которым хотел стать все детство, то не факт, что я чего-либо бы... что я чего-либо бы добился. Вряд ли мы бы меня взяли в какую-нибудь команду после моих многолетних успехов на этом уровне. Поэтому лучше идти туда, где ты 100% будешь получать и деньги, и удовольствие. И деньги, друзья, это все... Это в нашей жизни главное. Не согласен с тобой, Антон. Попробуй бы привести хоть что-нибудь в ответ, но у тебя ничего не выйдет, так как вот тут я прав со всех сторон. Если у тебя есть мечта, то он ее добьется. Деньги в этом случае не играют роли. Главное, что человек удовлетворен собой. Человек нашел себя. Да. А кто будет твой человек? А где не бывает рисков? То вот я тебя начинаю перебивать. Потом я и сказал в самом начале. Это риски должны быть оправданными. Иначе это потраченное время. Да как же оно будет потрачено, но если человек его тратил с удовольствием. Ребята начали ссориться. А риск для того и риск, чтобы собрать все или ничего. Именно. А для чего нужно это ничего? Знаешь, у меня есть знакомые, которые начинали просто с мечты, желания, рвения, не знаю, как еще это назвать, и шли по нему. И куда это их привело? Вот об этом я и хочу рассказать. У меня есть один товарищ, он любит писать рассказы, они в целом ничего такие, но не в этом суть. Чудак писал для себя, поэтому никому ничего не показывал. Только близким людям, друзьям. Кстати, в этом кругу был и я. Но еще этого друга отец был редактором какой-то там газеты. Он прочитал рассказ паренька, и знаете что? Продолжил выпускать его газет, рассказы по частям колонку газеты. Представляете? Ничего себе. Прямо в газету. Городскую. Именно, что в прямо городскую. Круто, а как его зовут? Может, я даже читала. Я думаю, газета довольно маленькая, а сейчас уже совсем актуальность теряет. А жаль. Хорошая была в свое время. Ну, мало ли. Возможно, видели его под именем Жора Терка. Это его не настоящее имя, если что. Не слышала. Ну вот о том и речь. Только это все равно не меняет ситуации. Почему? Только если это не печатает его, и что он будет делать? Пойдет в другую. Наберется опыта и может не давать даже чего будет. Кто знает, может наши вернуки будут приходить его из произведения в школах.
Так это в любом случае сам один на миллион, что его кто-то вообще заметит. А может так и остаться писателем для себя. Вроде бы тратить 5 часов на списание своих рассказов, которые ему ничего в оба не принесли. Ты смотришь на все со стороны заработков денег. А ты тоже хоть даже? А ты хочешь сказать, что надо еще какой-то смотреть? А, я тебя понял. Что? Деньги, деньги, деньги. Не все вокруг меня вертится вокруг денег. Тоже к тебе глаза. Я в который раз повторяю эту фразу, которая уже не раз звучала в нашем этом странном глупом споре. Кушать на что твой писатель будет? Его удача. Человек с талантом, пусть ищет работу, где он может пригодиться. Это все лучше холодного расчета и заученных действий. Без доли оригинальности и самовыражения. Каждый выкарабкивается так, как может. Если у кого-то получается, они становятся великими людьми. Кто-то может даже перевернуть мир, кто знает. А те, у кого это не выходит, так и остаются там. Но самое страшное, что если они опускают руки... Но самое страшное, это если они опускают руки. Тогда уже этот человек обречен. Такое вот разрешение нашего спора. Антон чокнул языком, максимально неприятно закрыл глаза. Своим взглядом он как будто бы высокомерно говорил. Вы глупые, ничего не понимаете. Ничего вы не добьетесь, самый умный здесь я. Пускай думает, что хочет, на своей голове на плечах. Мы вышли на тропинку. Я попросил ребят не разбегаться до так далеко, так как не сразу же начали играть в догонялки. За Глиной как-то получилось сразу же найти общий язык. Идя по лесу, мы болтали на самые различные темы, будто развитие космонавтики в нашей стране и на Западе, вероятные пути развития коммунизма, которых уже, очевидно, не видать, а также обсудили варианты улучшения нашей образовательной системы, хотя она и так вроде лучшей в мире считается. И вот знаешь, я считаю, что, возможно, нам стоит определить вектор развития технологий и настроить туда домашнего и пользования. Телевизоры? Радио? Да, их в том числе. Приедем на какое-нибудь предприятие, где стоят компьютеры. Конечно, нас водили с курсами в школе. У нас тоже. Вот я и думаю, было бы здорово, чтобы этот компьютер обладал возможностями того же телевизора и радио. Представляешь? Они же очень похожи между собой, просто меньше размером. Интересная идея. Но зачем нам простым городским обывателям компьютера? Но это уже будет не просто компьютер, даже не знаю. Там все вместе будет. И телевизор, и магнитофон, вместе с радио, видеомагнитофон, калькулятор. Так, вот теперь понял. Было бы круто, если такое существовало на самом деле. Но знаешь, мне кажется, мы с тобой точно изготовим такие технологии. Не на нашем веку, как говорится. Кто знает? Она пожала плечами. Так, продолжаем. Он шел позади нас и ковырялся за землей носками. Своих сандалий. Что-то он приуныл, тебе не кажется? Не хочешь разговаривать с такими идиотами, как мы? Наверное. Я на самом деле даже не знаю, чего он так. Впервые его таким вижу за все 3 дня. Видимо, мы задели за кого-то какие-то его потаённые чувства. Грилина посмеялась. Возможно. Спустя несколько минут ребята стали звать нас. Они вышли на что-то отдалённое, напоминающее аллею сосен. И вот, смотрите, смотрите. Если ты немного пройти через сосны, только покажется одинокое старое дерево. Давай, пошли, подумал наш народ. В конце концов мы вышли к этому самому древу. Это был старый тополь. Видимо, в свое время он стал жертвой какого-то пожара, так как листва на нем проступала редко, а некоторые ветки обрывались очень резко. Что-то надо было делать. 3 раза постучать. Какой-то мальчишка взял здоровую такую палку и начал ударять по столу из-за хорошего дерева. После третьего удара послышался громкий треск в кустах неподалеку. Ведрить! Здесь обошел великан. Конечно же, это был не великан, это был Евгений Александрович, здесь Федрук, что там наступил на себя пышную медную бороду. Хоть его почти узнали сразу, но некоторые девочки распугались громко закричали. Вы кто? Грозно смотрел лесничего на нашей команды. Но она сказала Славе, чтобы мы помогли с пальчиками одной вещи. Славя, ее я звал, а вот я не звал, так что идите. Нет, стойте, сказала Ангелина. Это важно, нам нужно предупредить второй смены и найти рецепт пирога. Он тяжело вдохнул. Какая же это все ерунда, из-за этого вы меня вызвали. Развернувшись от нас, он собирается уходить. Евгений Александрович задумался, и в конце концов он обернулся к нам.
Ладно. Я помогу, так уж и быть. Но это только из-за моего уважения к славе. Скажите ей потом спасибо. В любом случае, не думайте, что это вам достанется просто так. Но естественно, как могло бы быть иначе? Какое же дань теперь он вам даст? Вы сможете меня обыграть, тогда посмотрим, помогу я вам или нет. Обыграть? Во что? Он доставит свои небольшой табурет и три походных стаканчика. Наперстки, что ли? Велико удивление, моя догадка оказалась верной. Девочки, дети собрались вокруг этого табурета и следили за тем, как великан положил под один стаканчик маленький шарик. Но мне нужен только один из вас. Кто смирится? Это какой-то пухленький мальчик, которого подтолкнула Янгелина. Мальчик все равно против, и они начали игру. Я же должен продолжать игру, чтобы если что помочь пареньку. Ну понятно, мы запомнили. Но это и делаем все. Посередине. Влево, вправо, влево, вправо, вправо, влево, вправо, здесь. Надо же, угадал, молодец. Я следил просто. Что ты делаешь вообще? Смотрим. Раз. Два. Три. Четыре. Здесь. Отлично. Следим. Здесь. Это просто вообще быстро, прям. Ого-го. Давай еще. Еще раз, да? Воу! Тихо. Ооо! Ладно, я сегодня добрый, попробую еще. Так, окей. Это было неожиданно, реально. Типа, хоп. Посередине. Это очень быстро было, уважаемый. Поэтому... Ядрить! Здесь. Да, отлично. Все, хорош. Победа. Отличная игра, молодой человек. Вам бы на деньги играть. Только никому не говори, что я тебе такое сказал. После недолгой паузы Сидор под маскировкой обратился теперь ко всем нам. Получите сети вы свою подсказку. Заслужили. Знакомый мой, что видел, где держит ваш листок. Написал мне это место на листочке. Но на своем личном языке. Держите. Он выдал нам пользователя листа 4, на котором были нарисованы квадраты, черточки и точки. В этом лагере у всех есть пунктики на шифры, как я понимаю. Вам бы найти на какую-нибудь книгу, в которой говорится об этом странном языке. Это единственное, что чем я могу вам помочь. Я помог вам, чем смог, юнцы. Удачи вам в поисках, у меня идет работа в этих бескрайних великих лесах. Но у меня есть один гриб, я его охраняю, чтобы никто его не съел. Это мой гриб. Никого нельзя есть грибы в этом лесу. Ясно? Кивнул, он нашел. Ясно им. Потом собирай бедные обрубленные ножки. Бубня себе под нос, уходил в лес, не отчили в лес. Какие это истории одного маньяка? Ай. Ну а то только дойти до библиотеки и найти нужную книжку. Ребята шли быстро, так что через пару минут мы уже стояли у двери небольшого здания, хранящего кучу знаний. Надеюсь, там будет то, что нам нужно. Внутри никого не было, а только лишь резкий запах пыли, который, наверное, расчихал от несколько ребят. Нам нужна книга. Только вот какая? Гляньте, вот все сюда. Полный мальчик лежал для поясненного стола и держал в руке какую-то бумажку. Мы стали подходить к нему. Чего такое? Это похоже на подсказку, слушайте. Среди сотен братьев стоит один великан. Отыщи его среди сотен братьев, и ответ на загадку тебе будет дан. Что думаете? Может быть... среди сотен братьев. Очевидно же, что сотен братьев это книги. Спасибо, гений. Я думал, что это только кажется чем-то странным на первый взгляд. Да? Ну давай, блесни мысли. Ангрин, это котенок, глаза и цокнула языком.
Если речь о книгах, для которых есть один великан, то просто надо найти здесь самую большую книгу. Гениально! Спасибо! Извительно ответила девочка. Но знаете, не просто не самая плохая версия. Можно было попробовать. Давайте, только постарайтесь ускориться, уже уйти отсюда хочется. Всем хочется, так что да, тоже помогайте здесь. Ребята стали ходить вокруг между рядами, всматриваясь на полки. Наверное, это вся история этой библиотеки, которая впервые так внимательно осматривает книги. Буквально через 5 минут... Буквально через минут 5 откуда-то из стеллажей послушается голос Ангелины. Может быть, это? Я подошел к ней. Вокруг нее стали собираться другие ребята. Война и мир? Действительно, еще какой-то здоровый... Действительно, еще какой здоровый великан. Мой мальчик, который прошел эту книгу, стали найти в ней что-нибудь полезное. И не прогадали. Между троих был спрятан еще один листочек подсказкой. По всей видимости, уже для зашифрованного послания, так как нарисованные на ней были похожие узоры, но с буквами. Неплохо. Да, теперь нужно только расшифровать все и пойти сдавать задание. Финита, друзья мои, финита! Мы положили на столик листочки с шифром и дешифратом. Ох, какая знакомая картина. Ну давай попробуем, че нет. Ядрить. Мандрить. Не, я слишком... Ну окей. Так, подожди. То есть смотри. Смотрим на шифр. Да, ну допустим. Как это расшифровывается? Типа... А как это расшифровывается? Типа... Ажгем. Вот придумали, блин. Не, это слишком для меня сложно будет. Можно я пропущу? Типа... Ребят, мне как будто делать нечего, поэтому я просто понабираю. Нет? Не варик вообще. Аж против шифр. А чё, пропустить нельзя никак? Типа, ну, кипнуть это все не... Думаю, что нет. Блин, да вы чё? Подожди. Нет, точно нет. А, теперь. А чё, назад не вернусь? Не вернуться? Назад не вернуться? Я не сохранился. А я не сохранился. Ладно, я понял. Короче, я промотал это от самого начала просто, но как бы... Давайте пропустим разгадку шифра, потому что я буду долго мучиться с этим, не надо. Ну что, получается разгадать? Да, я уже расшифровал. Супер, и куда нам теперь идти? К Ксении. А мы там даже не смотрели. Вперед. Ребята походили, стали быстренько выходить из библиотеки в сторону сцены. Где, как сказано, подсказки, и будет спрятан на рецепт торта. Ребята за то, что удерживали каждую скамейку возле сцены. Конечно, каждый из них желал найти его самым первым. В конце концов, то какой-то полный мальчик крикнул, что нашел его. Я тут же стали собираться вокруг него. Улет, мы первые его нашли. Мои поздравления, команда. Вы хорошо справились. Я побегнул Ангелине, на что она взаимно показала палец вверх. Теперь настроение у всей команды было радостное. Кстати, да, вот ставьте большой палец вверх, ребят, и вообще будет найс. Теперь настроение всей команды было радостное. Наконец, игра была уже завершена, и надо было только дать рецепт Ольге Дмитриевне. Ой, надо уже заканчивать. А потом нас ждет еще целый свободный день. Ну блин, ребят, это просто вообще что это было? Ребята обсуждали планы, как то, как проведет остаток дня.
Мы сейчас с Геной и Степой покемарили немного. Вы вчера тоже в поход ходили? Обижаешь, конечно. Мы тут, я думаю, вечером пойти с гитарами опять в лес. Тем более дополнительная смена приедет. Там, гляди, может, кого и подцепить можно. Ха, это ты верно метишь. Используем аквариум или что-то любитесь. Репертуар машины времени. Я тебе уверяю, любая мадемуазель, может, сказать, либо на коленях будет сидеть. А то мы речь. У тебя биомора не осталось случайно? Только прима. Вы чё, все скурили? Да как, а ты как думал? Я что, много мог бы привезти? Ладно, пойдёт. А вы куда собрались-то? На речку пойдём, дальше по руслу. Говорят, там старая железка есть, целая забросанная станция. Так, заглянем. У тебя не карпа, чтобы были 3 банки тушёнки. Ну, мы думаем, на огне приготовить с кашей. Да ты чё? Кстати, а чё с громкостью? Нормально всё. А может, кинема? У меня там есть несколько батончиков, да что-то ещё домашнего. Короче, я с вами. Я таки передумал. Ну а чего? Когда ещё так сходим? Вот именно. Отлично, тогда мы выдвигаемся в 12. Обсудим на ужине. Может, чего со стола выше возьмём. Хлеб пожарим. Как говорила Алиса, сперва наводить отношения с вышкой, а уже потом полная вседозволенность. Но ноль готовится с детьми из разных отрядов направлялся к площади лагеря Совенок, где ждала всех Ольга Дмитриевна. Надо сказать, что ребята действительно справились быстрее всех. Участники из других команд приходили только через 15-20 минут. У Семена, естественно, на этом фоне стали разгорадовать неприятные мысли о том, что из-за него игра была нечестной по отношению к другим. Но его вскоре успокоила Ольга Дмитриевна, сказав, что и другим командам тоже помогали старшие ребята. Однако у Семена все еще оставался повод для беспокойства. Антон предложил ему поговорить после окончания игры, и он стал выдержать для здания столовой в ожидании, когда он к нему подойдет. Наш герой будет с вами честен, никогда в разрешении конфликтов не участвовал, а драки не доходило вовсе. Сейчас же ноги Семена немного подрагивали от мысли о том, что скорее всего без разговора пойдет именно в отрослого. Пускай Антон был похож на Семена внешне, но чем он явно для начался, так это хорошая физическая подготовка. Я не помню, что давали он на другую гитару готовый или нет. Но что пытался, это точно. Так что в таком случае Антон из этого конфликта выйдет победителем. То есть Дэйбель покоилась сейчас Семена. Он уже предполагал, что сейчас собирается поговорить с Антоном. Поэтому будем готовить какие-то заголовки, чтобы в случае чего он сразу ответит. Как это часто делаем мы с вами. Но зачастую получается так, что мы придумываем самый лучший вариант уже после, когда поэт, как говорится, ушел. Ну вот, на гараже появляется Антон. Он целенаправленно идет к Семену. На гараже он глубокий вдох и постарался успокоить, чтобы выглядеть хладнокровным. Итак, что? Вы хотели поговорить, так? Все верно. Антон был несколько редок, он был серьезным и даже, наверное, злым. Слушай, Семен, я, кажется, начинаю понимать, что за ерунда творится с тобой. Что ты имеешь в виду? Ты думаешь, я не вижу этих твоих взглядов в мою сторону? А как ты разговариваешь, что у меня какой-то чмор горы, ничего подобного. Не перебивай меня, пожалуйста. Он делает резкое движение рукой, чтобы остановить меня. Я понимаю, что дело все в люди. Это поездка 5-летней давности. А я опешил. Этим он меня сразу сделал на повал. Я даже не прикладываю никакой физической силы. Он полностью меня обездвижил. Я это понял еще в тот момент, когда мы с тобой впервые встретились на той остановке у деревни. Ты бы просто так не спрашивал о люди. Точно нет. Ну что ты скажешь, что я сейчас не прав? Я все так же не мог бы ничего ему ответить. А там разговор. Пойми твою одну вещь. Но вот случается так. Ты можешь внешне никак не отличаться, да. У нас с тобой именно такой случай, не так ли? А это внутри ты всего лишь пустышка, абсолютно ничего не значащая, ничего не умеющая, закрытая, застенчивая пустышка, что даже с людьми не умеет разговаривать. Кому ты такой нужен будешь, скажи мне. Я пустышка? А разве нет? Почему люди? Да к черту ее. Все другие должны в тебе что-то увидеть. Почему ты им должен понравиться? Просто вспомни, о чем вы с ней разговаривали. Я все еще был в шокированном состоянии. Никогда не мог предположить, что разговор начнется так резко и зайдет именно сюда. Долгие 5 лет никто и не знал, правда, о люди. Даже она сама, чего уж тут говорить. Но хотя, знаешь, я, пожалуй, просто делаю предположение. Ты с ней ни о чем не говорил. В основном говорила она, не так ли? Постепенно она начала разрушать уже те теплые воспоминания, что хранились у меня. Почему ты думаешь, что я говорю что-то ту, что ей было интересно? А я отвечу тебе на это. Ей не было интересно. Мы с ней обсуждали тебя как-то, как сейчас помню. Никому не было интересно.
Опустишь голову вниз, пробубнишь, чтобы ждешь, что с тобой будет кто-то общаться. Это так не работает. Но, надо сказать, шанс у тебя действительно был. Так как ты ей нравился, это правда. И ты мастерски профукивал. Каждое его слово в моей голове превращалось в те самые воспоминания, когда которые я эти долгие годы снова и снова, изо дня в день, превоспроизводил. Ты вспоминай. Так ли ей было радостно и весело, как было тебе? Твои воспоминания, когда мы идем по лесу, и она читает стихи, а я радостно восхищаюсь ею. Обратилась правдой, которую я почему-то решил забыть. Не просто забыть, а изменить на ложные воспоминания, которые никогда и не было. На самом деле, тогда мы шли молча. Напомню, как пытался подобраться, чтобы начать разговор, но категорически не представляла, о чем с ней говорить. Поэтому мы просто гуляли молча, и она со скуки начала читать какие-то там стихи. Это и не Есенин был. Я его и выдумал, так как это было более романтично и просто красиво. Вроде это была какая-то походная песня. Я просто не помню. Ладно, если люди просто полностью отметили действительность, просидели на самом деле. Теперь ты это понимаешь, поэтому вдруг вы мой несчастный. Не стоит переживать или бросаться на других, винить их кто-то. Быть может, это и не они виноваты, а просто все дело в одном только тебе. Понимаешь мои слова? Не я вселенское зло. Господи, да я же просто человек. Я вообще никому никогда ничего плохого не желал. Потому обидно, что когда за тебя кидаются такими фразами и взглядами, как ты. Я был растерян. Я совершенно не понимал, что со мной происходит. Скажи хоть что-нибудь. Как будто целая часть меня сейчас сжигает, пытает и уничтожает. Семен, с тобой все хорошо? Я не знаю. Чего не знаю? Тебе били бы хорошо, либо плохо. Мне никак. Понятно. Но знаешь, с тех пор ты явно изменился. Ты стал куда общительнее. Я уж не знаю, как к тебе относятся даже Славя или Алиса, с которыми ты вроде как даже гуляешь здесь. Но, кажется, тебе не так уж плохо. Ты явно больше не тот, но унылый кусок серой массы. Поэтому тебе стоит вычеркнуть ее из своей жизни. 5 лет прошло, старина. У тебя это может получиться, у нового тебя. Ты так считаешь? Я в этом уверен. Только надо продолжать работать над собой. В первую очередь, обращать внимание на себя. Ты ведь живешь в голове, в том прошлом, раз тебя до сих пор на работе. А перед тобой проносится настоящее, Семен. Напусти его. Потом будешь жалеть счастье, чем о потере какой-то там люди. Не какой-то там. Честно, бы сказал я. Или я этого не сказал, просто подумал об этом. Думаю, мы друг друга поняли. Дружище, я тебя желать очень желаю. Мне это не особо интересно. А вот что-то промутить с тобой, это другое дело. Если надо надумать чего, давай знать. Там вроде поход кто-то собирается. Знаешь, пойду ли? Мой монолог уже немного дотянулся. Тогда и сказал я все, что хотел. Он улыбнулся и развернулся. А потом снова повернулся ко мне. И он ушел в освоясь, это без меня одного того из кучи непереваренного груза в голове. Думаю, вам не стоит прогуляться. Ну что ж, дорогие друзья, все, на этом мы с вами закончим, продолжим в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.